Очень правильно выстроена сложная структура управления. Вообще таким мероприятием не так легко управлять. И, на мой взгляд, подобраны правильные решения и кадровые, и технологические, потому что речь идет и о бюджетном финансировании, и привлечении внебюджетных средств, что тоже очень важно. Охват огромный, это и благоустройство, это и реклама, это информационное сопровождение, это строительство, это капитальный там, текущий ремонт, это работа с объектами культурного наследия, ну и, собственно, праздничные мероприятия как таковые.